Дорогие девушки, давайте договоримся. Как только это видео набирает 3000 лайков, я снова посвящаю видео вам. Так что все зависит от вас. Давайте начнем. Всем привет, меня зовут Макс. На этом канале я рассказываю про парфюмерию. Я решил сделать видео о том, какой аромат в первую очередь стоит купить, как свой первый качественный и базовый парфюм на все случаи жизни. Как и мужскую подборку, я разделил эту подборку на три группы. И в первую группу входят ароматы, которые вы можете найти легко в больших сетевых магазинах. Ритуаль, Ревгош, Золотое яблоко и так далее. И начну с первого аромата, который когда-то мне продал консультант Ритуаль. И я не пожалел, что прислушался к его словам. Не подумайте, это не реклама Ритуаля, просто это ароматы их дистрибьюции. Это аромат Жозе от бренда Айзенберг. Это крайне сексуальный аромат, на мой взгляд. И хоть он не такой популярный, как какой-нибудь Лавье Бель банальный, поверьте, он стоит своих денег и стоит и звучит гораздо дороже, нежели он стоит. И вы можете выбрать на свой вкус и цвет, мужскую версию вам приобретать или женскую. Они очень между собой похожи. Решать вам. Этот аромат вышел давно, но он по-прежнему актуален, и я уверен, многие, кто сейчас смотрит, даже никогда не видели этот флакон и не знали вообще о его существовании. И он точно понравится тем, кто любит насыщенные, кофейные, слегка пряные ароматы, и в нем еще есть кислинка. И вот эта кислинка с вот густотой, которую дарит кофейная гуща, очень красиво. А в нем, конечно, там еще заявлено мята и другие ноты, но я же все-таки чувствую вот эту густоту, кофейность, пряность, легкую древесность и кислинку. Она скорее конфетная, не цитрусовая, но не сладкая. И аромат можно назвать сладким, но, наверное, он относится к той группе сладости, когда она не приторная и не навязчивая, а именно сексуальная. Жозе Айзенберг, стопроцентная да. Идите, смотрите, всегда есть на всяких распродажах. Второго аромата у меня, к сожалению, в коллекции нет, а стоило бы, потому что это один из первых ароматов вообще в моей жизни, который я попробовал и запомнил. Это классический аромат от Кошарель Амур Амур. Мне нравится его вот эта вот женственность. Она не кукольная, это не в стиле гламурной Барби, такой девчачьей. Нет, это женская классика. И даже если этот аромат будет носить каждая проходящая мимо меня девушка, я не буду узнавать его, потому что у него вот такой парфюмерный, единый характер. То есть он, не хочу говорить, раскрывается на каждый по-разному, просто он очень универсальный, подойдет вне зависимости от возраста, сезона и дресс-кода абсолютно каждый. Присмотритесь, это свежий, слегка фруктовый аромат. И, к сожалению, абрикоса я там не слышу. Если вы посмотрите на пирамиду и обрадуетесь, для меня это цельная, слегка свежая фруктовая композиция. Это абсолютная классика, и на все времена она будет актуальна. И стоит это сущие копейки. И поверьте, все ваши подружки, которые носят Atar Collection, завалят вас комплиментами и вопросами, а что это на тебе. Переходим ко второй группе ароматов. Здесь еще интересней. В нее входят ароматы, которые приятно вас удивят, не заставят вас рисковать деньгами, и вы не будете испытывать эмоциональную встряску, когда будете их заказывать, понравится, не понравится, а что я буду делать с таким флаконом и куда мне его потом продать. О, кстати, небольшая интеграция. Я хочу напомнить вам, если вы хотите обменять, продать свой парфюм, вы всегда можете это сделать в моем парфюмерном клубе. И, конечно, мы всегда для своих участников ежемесячно высылаем крутые подарки, в который входит обычно набор пробников и какой-нибудь сюрприз. Вот, например, в этом месяце вот такой диффузор для дома. У меня здесь даже коробка лежит. Вот так, такой подарок. Не видно, наверное, отсвечивает. Также в клубе есть другие привилегии. И вот я сейчас начинаю монтировать это видео, а уже завтра с ребятами из клуба я еду кататься на яхте. И теоретически, если вы из Санкт-Петербурга, то вы можете вступить, и завтра мы заедем за вами на яхте. Но участницей может стать абсолютно любая девушка из любого города России, Казахстана и Беларуси. Поэтому присоединяйтесь, мы всем высылаем подарки. Я вас буду ждать, у нас круто, у нас целый чат, семейная обстановка.
Все круто, я буду вас всех ждать. Переходим теперь ко второй группе ароматов. Первый аромат отлично поможет вам, если вы хотите перейти с люкса на нишу. И вам это сложно сделать, я вам хочу предложить великолепный аромат, который я сейчас сам ношу. Моя девушка Яна его тоже носит и любит. Это Olfactive Studio и их аромат Still Life. Его часто сравнивают с классическим ароматом Le Parc Enzo. Я к этой группе людей не совсем отношусь, для меня он пахнет лимонными свежими леденцами. Причем не гурманика, когда леденцы присыпаны сахарной пудрой, ничего здесь такого нет. Именно желто-зеленые такие кисленькие леденцы с акватикой. А Le Parc Enzo для меня все-таки по-другому пахнет. Многие обвиняют этот аромат в том, что он хоть и свежий, но не такой громкий. Для меня это лично плюс, потому что именно с таким ароматом вы будете соблюдать парфюмерный этикет. Когда вы при любом вообще образе можете нанести его и не переживать, что вы кого-то напугаете своим ароматом, но при этом от вас будет приятно пахнуть. И мне нравятся такие ароматы, и, как я и вчера говорил, в мужских ароматах такие ароматы позволяют нам отдыхать от парфюмерии, когда мы не знаем, что надеть. Второй аромат из этой группы имеет такую же легкость, но вот проблем со стойкостью и громкостью вы точно не испытаете. Это аромат от бренда Step Up Board Mentos и Navigli. Извините за сложное название, но здесь все просто. Арбузик, акватика, легкие цветочки. На самом деле это тоже такой унисекс, но я считаю, что унисекс ближе в женскую сторону. И да, он именно идет как аэрозоль. Его цена вас приятно удивит, а объем здесь 150 мл. Поэтому не парьтесь, что здесь такой большой расход. Все с ним будет прекрасно, и особенно для девушек будет прикольно, что здесь написано Hair and Body Perfume. Это экологический продукт, он не содержит спирта, и вы можете его легко наносить на волосы. А волосы очень хорошо держат аромат и хорошо его отдают, но можно не бояться, что нанесет ущерб вашим волосам. Я считаю, это очень круто. И подарить своей подруге такую бьюти-штучку будет очень кстати. Знаю, вы там между собой всегда друг другу что-то дарите. Ну и мы подошли к третьей группе ароматов. Если вы хотите сделать кому-то уже такой статусный дорогой подарок или порадовать себя любимую, стоит это сделать с двумя ароматами. Начнем с того, что подороже. Если мы говорим про женские ароматы, нишевые, то на сегодняшний день нельзя не сказать про Дьявольские интриги от HFC. Этот аромат правда популярный, но по моей интонации вы можете подумать, что он уже банальный. Нет, это не бакара, а все потому, что здесь содержится османтус. И я вам скажу, как человек, который не то чтобы делает, я не парфюмер, но просто я знаю некую техническую часть и ингредиенты. Османтус – это очень мягкая, дорогая нота, которую даже если вы хотите купить по дешевке, она все равно будет очень дорогая. И все ароматы с османтусом, они, как правило, дорогие именно по цене и красиво, необычно звучат. В каждом аромате османтус вы не встретите. Поэтому аромат имеет такую сладковатую мягкость, пудровость и немного такой вот, как бы это сказать, резкости, но правильной резкости, и из-за этого шлейф особенно красивый. И еще одна приятная деталь, если вы делаете кому-то подарок или покупаете это себе как первый базовый аромат, вы всегда, покупая этот бренд, получаете две вот таких миниатюрки по 7,5 мл отличающегося от этого аромата. То есть вы делаете одну покупку, а приобретаете три аромата сразу. Это довольно приятно. Ну и давайте на чистоту. 7,5 мл хватит на месяц, два, а то и три. И кинуть такую в сумочку, чтобы была как палочка-выручалочка. Очень круто. Идем дальше. И следующий аромат. Я был бы не я, если бы не сделал вам какой-то сюрприз и небольшой лайфхак. И сегодня это будет Christian Dior и ароматы из их приватной линейки. Они продаются, внимание, это и плюс, и минус, только в бутиках Dior. Я знаю, не у всех есть в городе бутик Christian Dior и парфюмерный бутик Christian Dior. Но вы просто можете зайти на официальный сайт Dior, позвонить им по номеру телефона, и они вам все доставят. И я считаю сейчас линейку Dior очень
хорошо развивающиеся, и там очень много достойных ароматов. И у них есть ароматы по 40 мл, и они стоят в пределах, по-моему, 8-800, если мне не изменяет память. И у них и Диориссимо, и Сакура, и Амбренуит, мой любимый. Вы можете выбрать все, что вы захотите. И когда вы делаете подарок, будет приятно получить коробочку Диора. И если вы делаете себе, вы знаете, вы приобретаете тот аромат, который не просто так купить. Я хочу вам пожелать, чтобы вы вот такие подарки своим близким и себе дарили без всякого повода и была на то возможность. Если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх. Если вы любите парфюмерию и вам нравятся мои парфюмерные видео, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Всем пока.